дождь грохочет по улицам, и невидим на метлах тусуются некрутые разборки со свистом от пуль. То не шведы громят Полтавою, не коррида проходит кровавая, просто девушка села впервые за руль. Первый раз, и она без инструктора, вся такая немыслимо хрупкая, и боится покинуть троллейбусный ряд. А вокруг все сплошные шумахеры, от банкиров и до парикмахеров, светофору как голые в баню спешат. Но ничего, все образуется, ты еще будешь по улицам с ветерком, как камикадзе, летать. Подрезать асов и чайников, тормозить с визгом отчаянным и машину среди перекрестка бросать. Облучками в педалях запуталась, знаки все в голове перепутались, а мужчины вокруг озверели совсем. То никак не дадут перестроиться, то сигналят и лезут знакомиться, да и проехать хотя бы квартал без проблем. Но с машиной что-то неладное, звуки снизу слышны непонятные, да еще как назло и мотор закипел. И гаишник на пол неразборчивый, ей достался такой несговорчивый, и ее бедолагу настольник нагрел. Но ничего, все образуется, ты еще будешь по улицам с ветерком, как камикадзе, летать. Подрезать асов и чайников, тормозить с визгом отчаянным и машину среди перекрестка бросать. Среди